первый открытый чемпионат по фридайвингу прошел во Владивостоке. Двухдневные соревнования по этому необычному виду спорта проводились в учебно-спортивном комплексе МГУ имени адмирала Невельского. Испытать возможности своего организма под водой решились более двух десятков участников. Им предстояло состязаться по международным правилам АИДА, которые считаются довольно строгими, и за ошибки спортсмены получали штрафы или даже дисквалифицировались. Сам же чемпионат был разделен на три дисциплины – задержка дыхания в статике, а также ныряние в длину, в ластах и без них. В зачет дисциплины статика шло время, которое спортсмен находился на поверхности без движения, погрузив лицо в воду. А в динамике в зачет шли метры, которые спортсмен преодолел под водой на одном вдохе. Соревнования проходили без каких-либо возрастных ограничений, что считается одним из главных преимуществ в занятиях фридайвингом. Однако при этом в целях безопасности за каждым участником пристально следили судьи и так называемые сейфити, которые во всех дисциплинах страховали спортсменов. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, новости спорта на 8.